Сегодня 25 июля 2015 года. Вот наши сестры в детском просторном лагере решили преподать урок стряпать. Поясок. Поясок сверху должен поясок быть. Поясок сверху делай. Фоточка. Поясок достань. Илья. Мою надо. Мою. Мою. Да, Илюша. Кончики, все, молимся. Вот, руки крестим. Помилуй нас, благослови нас на это занятие. Помоги нам, Господи, научиться стряпать. Чтобы это нам в жизни пригодилось. Не оставь нас без помощи, Святой. Даруй детям и нам терпение. Да будет нас не твоя, не наша воля, но твоя слава. Вымыть руки с мылом обязательно. Можете рукава свои снять, ребятишки. Рукава можете снять. Да. Потому что там все-таки рука. Я помыл руки. С мылом надо мыть. Все, я вымыл. Вытираем руки и проходим в столовую. Тихо, тихо. Вытираем руки и проходим в столовую. Илюша, вымыл руки снова. Вытирай руки. Илюха. О, бабочка. Давайте. Ну что ты делаешь? Еще раз моешь руки с мылом. С мылом. А где вытирать? Она приземлилась в воду. Мы будем эти булочки печь. Ну, как скажут. А где мы будем? Там, в столовой. Давай рукава можешь снять, Степа. Там мука у тебя будет. Проходим все в столовую, внимательно слушаем тетю Валю. Уроки кулинарии от тети Вали. Вот тут Валя. Капилина будет преподавать урок стряпания. Так, молчание создали. Внимательно слушаем. А то настряпайте, потом никто здесь сесть не сможет. Не захочет. Так, все сели? Займите. Давай. Это, Тимофей, сними куртку. Куртку сними. Так, сегодня мы будем... Тихо! Сегодня мы с вами будем учиться печь булочки. Самые простые. Вот мы уже тесто тут заготовили. Ну, может, кто маме помогал, знает, как готовить? Да. 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 Ну, вот у нас в ведре есть немножко теста. Так, на досочку мы сыпем муки, чтобы у нас тесто не приставало. А у нас нет досочки? Вот досочки есть, каждый сделает. У нас нету. Каждый тихо. По одной булочке сделает, и все. Досочки будем передавать, и каждый да. Сделает свою булочку. Так, берем вот тесто. Берем. Потом катаем, делаем вот так, типа колбасочки. Делаем колбасочку вот так. И катаем жгутик, типа жгутика вот так. Вот. Смотрите, смотрите. Жгутик. Готовое тесто. Потом ее режем на небольшие кусочки. Мы будем с вами учиться, поэтому мы будем брать. Так. Ну,
большие такие вот маленькие булочки. Это мы как пробные делаем с вами. Так. И разрезаем, муку обволакиваем. Так, насыпаем. И вот каждый должен катать себе. Вот где катал? Дай сюда, пока вот здесь девочки. Это не катал. А? Куда? Давай, теперь раскатываем. Вот. Каждый будет вот так раскатывать. С досточки не убирайте тесто. Вот. Вот так раскатываем. А нас нет. Тихо ты, никого нет. Вот каждый вот так. Не сильно тонко, и чтобы толсто не было. Вот. Так. Теперь. Вот каждый. Так, у кого досточки? Так. А это кому? Три. Вот, знаете, три. Раскатываем. Три крошечки. Вот такие. Андрей еще. Нестор, поворачивайся сюда. Так, на, раскатываем. А Нестор, Нестор, сядь сюда лицом. Так, кто, у кого раскатанное? Давай. Подожди, еще не все раскатали. Вот раскатанное. Так, раскатайте все. Ну, у нас нет у всех. Сейчас вот у кого будет, а вот еще. Вот такой можно катать тоже. Поняла как? Не очень удобно, но все равно это можно сделать за неимением чего-то. Да. Вот раскатываем. Так, сейчас посмотрим, мальчики раскатали. Не сильно толстую. Вот с этого конца чуть-чуть. Чтобы она не сильно толстая и не сильно тонкая была. Еще чуть-чуть раскатай, вот она подобие вот так вот. Так, и Вика раскатай теперь, да? Ну-ка, ноги убери к себе. Илюша, что вы там делаете? Зачем вы пыль до потолка поднимаете? Мы тесто принесли. Сядь дальше. Степа. Это очень простой, самый простой рецепт. Теперь вот берем сахар и посыпаем немножко сахару. Чуть-чуть сахару посыпаем на каждую лепешку. Вот. Чуть-чуть посыпаем сахару, чтобы у нас получились сладкие булочки. Так, и потом вот берем вот так. Как бараки. Делаем, зацепляем вот так вот. Вот. Вот так ее зацепляем, чтобы она у нас, чтобы сахар у нас не высыпался. Хорошо зацепляем. Ну, можно по-разному, вот здесь со всех сторон ее прицепить, эту булочку, чтобы у нас сахар не, когда будет она печься, вот. Потом ее переворачиваем, вот, переворачиваем. А сверху потом мы делаем, немножко надрезаем ножичком, вот так вот. И все. Вот самая простая булочка. Все. Все, насыпали. Ну вот так берем. Вот. И сахар. Можно сахар. Вот, зацепили. В принципе, вот такие вот. Там вот если вот так, то как-то. Вот, вот так, вот так, вот так. Да, чтобы у нас сахар не был. Вот. А можно другие сделать? Значит, как после этого? Вот. И получилась такая. А потом сверху мы прицепляем. Хоть как можно. Можно сахар.
Давай. Сейчас девочки насыпят. Я можно так, чтобы только он не рассыпался у нас. Потом можно там. Вот, все. Вот я можно уберечь. Ну, круто. Молча, Илюша, у нас урок, не хочешь выходить? Либо молча сиди. Подожди, всем достанешь. Слишком много сахара не надо, мальчишка. А сверху вот ножичком немножко, ты знаешь? Залепить все гораздо. Мальчики там что? Для начала делаем такие небольшие маленькие. Переворачивай ее, делай круглый. Это для начала мы делаем самый маленький, а потом уже на следующий раз уже будем делать вот такие побольше. На пельмень. Нет, там надо со всех сторон, чтобы сахар не вытек. Сейчас пельмени наверх. А он делает, переверни ой, его, переверни. Переверни, начало. Гребешок наш, да. А где? У всех пельменей. А я буду Что с ними делать? Дай наискосок. Нет, ты нам, ты не понимаешь, что там? Батон нарезной. Похоже? Похоже. Так, внимательно, Паша, прекращить смеяться. Идет урок. Такой же урок для вас. Давайте свои трубочки сюда. Ну давай, долеплю что-нибудь. Вот моя здесь будет. Ну, можно я сделаю сама? Это не я делаю. Так, вот вас трое, катайте. Можете сюда? А? На улице немножко. Дайте нам каталочку. Это наша. У нас каталочки нету. Так, кто там не лепил? Вот я себе две сделала. Я пойму, я там смогу. Ты не будешь лепить. Тишина. Нет, не для начала всем по одному. Всем по одному. Чтобы вы уже знали, как вот... Да я буду лепить. А вы мальчики в конце. Да, Стёпа да, тоже не лагерь. Аня, вы же уже делали? Так, Галя, дай мне муки еще. Висячая булочка. Ну, это кто такую запомнит, кто такую булочку сделал? Это чье? Это Кирюха. А это? Ну, это одна из пацанов. Белоньки. Чьи комочки? Ваши комочки. А вот и сахара. Сильно вот так вот лепить, у тебя тоненько получается. Сахара. Бери. Илюша, что? Что, Илюша? Подожди. Вот сахар.
А на следующий раз вкусный урок. А на следующий раз мы будем делать пирожки с морковкой. Вот сейчас самые простые напекем булочки, а потом будем с морковкой делать. Не надо, так нельзя делать. Тихо, молча. Зачем ты передвинул? Положите на место, это специально для ласточки. Это двигать нельзя. Это для ласточек. Положь на место, где она была. Что тут? Да, не помню, где было. Все, пельмени пошли уже. Вареники. Ну ладно, давай. Постную булочку давай сюда. После пельмени. Мечты, да? Да? Сейчас пост, поэтому мечты, мечты. Какой большой. А еще может, знаете, вот так края закрутить. Вот так вот, смотрите сейчас. Я хочу. Поняла как, да? Закрути края. Да, края надо хорошо, чтобы так не хорошо сделай края. А он ко мне лезет. Степа ко мне лезет. Степа. Степа. Много сахара. Отодвинься. Отодвинься. Вот так, пошел. Так, кто делала? Передай кусточку. А? Давай, давай, давай. Надо кто сделал? Это Андрюха. Я со своей делала булочку. Давай, Андрюша. Это розочка. Розочка, смотрите, какая получилась. Какой конвертик получился. На выдумку все пошли. Степа, не надо этого делать. Ты сейчас у нас домой поедешь, там будешь цирк устраивать. С отцом вместе. Сиди спокойно. Сейчас будешь учиться. Хватит, мальчики, спокойно. Перестать смеяться. Так, мальчики, нате еще, кто не делал? Подождите. Андрюша, ты еще второй делаешь? Да. По второму уже делаю. Ну пусть по второму. Можно мне? Можно мне по второму? Все сейчас делайте по второму. Все. Три доски у нас всего. Подождите. На доске пять. Надо делать. Арсений, на доске. Да. Это уже тонко. Тихо. Научи меня. Теперь сахарком покупаешь. Дайте сахар. Подождите. Ну сейчас тетя Валя нарежет. Можно мне тесто? Можно мне тесто? Опять колбаса. Нестор, повернись сюда. Просто. Она еще не готова, потому что есть нечего. Баба Валя, дайте еще тесто пирожок. Вот Аня делает. Они сыто выглядят. Можно, пожалуйста, тесто? Баба Валя, дайте тесто. Валерия, просто они очень вкусно выглядят.
Это мантик какой-то получился. Мантик тесто. Еще один. Покажите мне. Костный мантик. Вот еще один. Подождите, все делают, вот по одному все сделали, ты второй, да, делаешь? Да. А Вика, ты какой делаешь? Второй. Второй, больше значит не делаешь. Можно мне? Так, надо. Можно, ты как узнаешь, что будет? Еще по два будем, да, Галя? Я легко узнаю. Все по два сделали? Нет, по одному Андрюша сделал и Вика, да? Кто еще? Аня. Я не сделала. Давай булчоку свою. Вот она какая булчошка получилась. Цветочек прям какой-то. Дайте, пожалуйста. Анютка. Вы запоминайте свои фигурки-то. Да, нет, я запоминаю. Это самый простой и запоминающий. Сделали, а потом уже посложнее будет. А мы еще будем? Да, будем потом сейчас морковкой потом пирожки. Давайте делать. Девочки, а потом настоящий пирог. Да. Тихо, тихо, Степа. Давай сделаем коллектив. Так, молча, девочки, мальчики, девочки, успокойтесь. Все. Урок идет. Внимательно смотрим за тетвали. Как она раскатывает, как отрезает. Да, вот так делаем. Этому-то тоже учиться такой надо. Жгутик. Тесто взяли и жгутик. Потом разрезаем. И точно так же мы будем делать на пирожки. Только вместо сахара мы будем ложить морковку с сахаром. Няма-няма будет. Чуть-чуть разрезаем. Да. Не пинайся. Это для того, чтобы пропеклись? Тетя Валя. Да. Вот. А по чуть-чуть разрезать. Делай по чуть-чуть. Пельмень уже резанный. Где? А где мой? Ну что ты делаешь? Все, залеплю. Ну ты только хуже сделала. Нет, все, смотри, все. А это чей улыбающийся пельмень? А где мой? Получился улыбающийся пельмень, Ливе. А где мой? Дырочки не сделали. Скромно улыбающийся пельмень. Очень смешно. А где мой? Подойдите. Вот это, наверное. Берите. Раз, верни. Что надо? Спокойно, тихонько. Ну иди. Видишь, я занят. Блинов и оладушек. Бери муки. Еще надо? Еще надо. Конечно, еще. Размазывай. Это будет на четвертый. Давай, перевернись. Все, а если вот такой длинный? Вот, если длинный, мы можем сделать где сахар? Ну-ка, хватит. Илья, вы сколько замечаний вам? Отодвинься от него. Тихо. Тише. А если сделали длинный, можно вот так жгутиком вот так его жгутиком. Не надо мы жгутиком. Здесь заворачиваем. И все. Можно вот такую делать. Вот. А можно обрезать. Смотрите, как еще. А потом обрезать сверху. Смотрите, как я делаю, дамочка. Берете вот так, переворачиваете жгутик ваш. И далее что? Вот так вот обрезаете. И получается вот такая красивая сердечная булочка. Опа! А сахар куда лепать? Сахар был внутри. А Ксюша,
Можно сделать сердечную или вот так, вот такую вот, например, сделать. Вот, а это вот красиво. Так, 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 ну-ка тихо, успокоились все. Что за голдеж? Ну-ка прекратили разговаривать. Тихо, успокоились все. Дети, успокоились. Вот могут молча все делать. Так, с бутиком. Поэтому я вам дала самый простой. А это уже чуть-чуть посложнее. Я запомнил, как делать. Жгутиковый. А это, да, вот такие. Это уже немножко посложнее. Они на первый раз не запомнят, как вот это. Ну, девочки постарше запомнят. Ну, кто маме помогает, запомнит. А маленьким сначала, вот для начала маленьким, вот так вот сделал. Вот. Зацепил. Но здесь у тебя теста много, можно потоньше раскатать. И наш гусик. А для начала вот так запомни. Вот такую булочку. Посложнее. Для начала так. А еще тесто. Ну, у нас еще муки есть, Маша, надо так слепить, чтобы сахар не Я покажу вам, как я здесь научился. Я свой не могу первым. Видите, кроме Паша! А теперь давай. Ну, поставьте, девочки, они, конечно, родители. И четвертый. Ты можно я так еще делаю? Тише. Кто дома маме пирожки помогал? Я тебе помогал делать. Не кричи, не кричи. Я помогаю. Ну тогда надо было вам сразу со сложного, не самого сложного. Вы мне спросили, что сначала. И начали. А если на жгутик, надо подлинить. Можно с сахаром еще масло жить. Тише, дети. Тише. Смотри, Паш. Непонятное что-то. Что вот это за комочек? Треугольник. Раскатались снова в комочек, сляпали, и все, вот тебе булка. Сейчас твой, можно булку? А мне? А ты что будешь делать? А я треугольник. Треугольник? Так, что там, все, наверное, заплатили, не хватает, да? Все, больше не надо. А почему Ксюша третий делает? Она третий делает. А мы что, потому что мы не делали по второму. Надя, мы не делали. Вон, по второму дайте, а то уже многие. Нет, потому что у нас места не хватит. Все, дайте мне, пожалуйста. А то больше у нас места не хватит. Против. Что наглеешь-то? Досточку-то подайте девочкам, они быстрее сделают. Лидочка, бери.
Это как чебуреки уже пошли. И чебуреки пошли, и все. Ну, чебурек. Дядя Володя, чебурек сделал. Сахаром. Вместо мяса сахара добавил. Все, все, девочки, тесто у нас вон там не хватит. На эти положить. Ну, пусть у тебя будет как чебурек. Смотрите, я сам делал. Вот зачем повторить? Ксюша, зачем ты повторяла? Мы я все повторяла. Да, другим негде будет место положить. Ну, давай, зацепи его. Тихо, стоп, зачем ты кидаешь? Не надо. Куда же подойти, там ничего. Вот теперь нет, а нам там же кто-то трогает. Дайте мне. Сейчас я научился как-то делать. Вот скажи, кто себе третий сделал, кто три забирает булочку, да? Вон, этот раз, четвертый сделал, даже пятый. Да. Самое простое. Я тоже что-то делаю. А я дам два. Сюша, я хотела, я очень бурека сделала пельмени. Смотри. Смотри. Я тебе слишком много места. Нет, дайте мне. Смотри, Паша, что не могу. Вот меня оставить. Дайте сам. Больше нет. Дайте сам. Больше не так. Делайте сердечко. Сердечко давай сделаем. Надо было вот так. Сердечко. А носик где у тебя? Давай носик такой остренький, где у тебя? Ну, ты уже скатал его, как получилось. Ну, сбили прям вот так его, выворачивали. А мне мама? Мама, где твоё сердечко? Смотрите. Сердечко. Не сердечко. Это мама. Тем, кто даст, больше нет места на противне. Ну, у меня это уже два таких. О, пошли чебуреки, булочки. Так, Андрюша и что, Анечка, давайте их понесем. Да, это у нас, мы манты ели. Это Андрюша слепил мант, а не булочку. Ну, пусть прикрутся. Мант у тебя. Булочка, мант. У меня вообще чебурек положительный. Все, урок окончен. Я знаю, сколько будет. Слушай, я знаю, как. Вот. Слава Богу. Ну-ка, хватит. Степа, ты что лезешь?